То, что вся наша садовая наука основана на ложных понятиях, уже маленько я затронул, да. Там вся наша благодать под землей. И вот смотрите, выдумать такую агротехнику, которая калечит почву, да, и не знать этого. А передавать друг другу так, что сейчас, когда начались эти, как бы их назвать-то, эти бесконечные лайки надо зарабатывать. Все захотели зарабатывать лайки. И кто-то думает, господи, да что проще-то? Вот, берет, ты два слова изменил, и вот теперь эта статья твоя. Вот смотрите. Цель перекопки приствольных кругов в осенний период. Вот, ну, смотрим. Осуществляется для достижения цели доставки удобрений корневой системе. Это без проклятий, но и без длиннот. Удобрения давать только ранней весной. Точка. Ну, не разъясняю. Это то, дело в том, что там много того, что мешает деревьям развиваться, они даже засыпать, а не кушать идти. Защиты от вредителей оказывается, цель перекопки. При правильной обработке грунта на поверхности окажутся споры грибов и личинки различных вредителей, устроившихся на зимок. Вот эти вредители, мне вот это уже так достало, там нет ни одного вредителя лишнего. Они мгновенно размножаются, но не тут, вот понимаете, не тут. Рядом лес, рядом может быть соседний участок, рядом сосед перекалечил все деревья. Мгновенное размножение, караул, жратва есть, все, обеспечена еда. Крылья есть у муравьев, крылья есть у этих самых, у тли, крылья есть у жуков, вот, крылья есть у бабочки. Какие хрен приствольные круги, у них же опять, у тля переносится крыльями. Ой, бабочки переносят это самое, обеспечат вас этим. Гусеницами. Так. Плодожорка прилетит с соседнего дерева от соседа. Ну, у нее тоже есть крылья. И плевать она хотела на вашу перекопку. Это все еще это, да? Я уже опять кого-то успел забыть. Муравьи с крыльями, это слава богу, вы их ненавидите. Они с помощью крыльев разлетаются по округе и обосновывают новые колонии. Вот. Пля с крыльями, все с крыльями. Я уже не знаю, что без крыльев-то. Жуки с крыльями. Но вот это нахрена. Теперь смотрите. На поверхности оказываются споры грибов. Да это самая ценная подземная часть и вещь. Там не бывает самая ценная, а одинаково ценная и муравьи, которые сейчас калечатся. Самое ценное, что там есть, это грибы. Самое ценное, что там есть, это черви, черви. И вообще огромное количество бактерий, которые нельзя ни в коем случае не перекапывать и не выдумывать эти самые. Правильная обработка грунта, оказывается, споры грибов. Грибы – это святое, понимаете? Грибы – это, как вам сказать-то? У меня даже слов нет-то. Но это, вспомните тех детей, которых учили патриотизмом полуголодных, тоскливыми взглядами. Хотя бы это бы. Потом бы родители бы научили бы сад посадить. Уже бы меньше бы голодали. Я не шучу. Это деревня. Без денег, без работы. Вот это вот дурь. Защита от вредителей. Споры грибов записали. Вы видите. Так, помимо этого, в процессе перекопки земля под деревья очищается от растительных остатков. Не от растительных остатков, а вы уничтожаете еду. Вы тут на это самое дурью маетесь. Что значительно уменьшает количество насекомых, способных нанести вред деревьям. Да никогда вы сделал квадратный, этот, отступив метр, сделал. Вы не избавитесь от этого. Вам надо заказывать кукурузник. Вот помните, кукурузники уничтожали этих самых клещей этих... каких, энцефалитных, да? Там уж сразу все округло, все вокруг. Прямо это, вокруг этих.
Вот тогда только вы сможете хоть чуть-чуть, и то вряд ли, уменьшить количество вот то, что вы перечислили. Кукурузник закажите, несколько тонн ядохимикатов закажите. Какая лопатка? Вы что? Сейчас он это не преодолеет метр, от которого вы отступили. Улучшение, а еще не все, улучшение водопроницаемости. Настоящая рация – это то, что сложилась система, пока дерево подрастало. Эти самые черви сделали огромное количество километров ходов. Вот она, рация, вентиляция, канализация. Вот она. Вы же это все уничтожаете, а людям преподносите эту дурь. Сейчас прошу прощения. А, нет, сам замолчал. Ага, ладно. Ну, что еще? Перекопка разрушает плотную земляную корку. А откуда вы ее взяли-то? Это значит, вы годом раньше так же калечили, у вас получилась корка. А теперь наоборот, теперь от этой корки избавляться надо. Да, корка плохо, вода непроницаема. Это, и воздуха проницаема. Уже не могу я дальше читать. Насыщение земли и корней кислородом – один из плюсов перекопки. Все, проехали. Вот эти вот дамы, я не мог, вот когда эту тему подняли, да, тему, вот. Я взял вот эту фотографию, вставил. Я вам показывал ее. Эти клоуны. Они действительно играют роль клоуна. Посмотрите на эти ужимки. Значит, этот греб, сгреб лесу. Для чего? Избавить от этого самого. Избавить. Сейчас у меня что-то попискивает будильник. Ага. Избавить от еды деревья, естественно. Все та же забота о деревьях. Оставить их голодными. Вот. При этом они затоптали всю почву. Затоптали ходы. Я вам показывал фотографии. Выходы наверх. Неудобно повторяться. Оказывается, я все сначала начал. Ходы вот эти затоптали. По граблями все это окончательно, чтобы они потеряли выходы. То есть это перекрыли им кислород. Прямо в прямом смысле. Потом, сделав эту подлую работу, она берет вилы и кислород подает. Я бы ее взял, знаете, вот она-то как, мы-то не молодые, да, и она тоже не молодая, это где-то моя ровесница. Вот. Да даже вот этот парень, надо было ему дать вилы. Она 3 раза воткнув уйдет за деньгами, за съемку получать. А представим себе, что кто-то берет этот же участок, тут у него несколько деревьев, видите, вот, начинает так тыкать. Через полчаса он проклянет ее, а через час он вызовет скорую помощь. А через 2 часа он обзовет ее, знаете как? Если вот взять этого человека, сказать, вот давайте, пусть он, мы пока другие сюжеты будем, а наш этот самый фей, это фей, он наверное, фей. Ну, две феи, это как бы группа. Значит, этот фей, значит, будет, пока она нам будет что-то другое показывать. Кстати, как загноить дальше идет, как загноить основание штамба, причем железно, 100%. А он продолжал бы работать. Допустим, растянули на час, и через час посмотреть на него. После этой дури, когда даже обтыкание лопаты, наоборот, уменьшит количество поступления кислорода. Все, не могу уже больше. Ну а дальше бы что? После этого фильма что было? Реклама. Что лучше использовать? Вот. И теперь, когда нам там наговорили, то уже не все это. Там длинный фильм был. Вот. И тут же купите. Вот оно. А теперь представим себе, даже если это весь сад. Ну это кусочек моего сада. Вот. Абрикосовый. Да. Вот. А теперь попробуй-ка ты, это ты знаешь, у тебя здесь больные деревья, на них так мало листвы, что вот это вся листва. Это больной сад, больные деревья. Я, глядя на ваши сюжеты, эй, фей, я никогда не видел ни одного здорового дерева.
все калеки, уроды, только со слезами можно глядеть на эти мхи или лишайники, которые покрыты, на это все искалечено, так, вот. А теперь, ну-ка, полноценный сад. А теперь сгреби-ка вот это все. А сколько тысяч раз надо ткнуть, чтобы вот эти деревья, которым вы нахрен не нужны, не мне. Я к ним не подхожу вообще. И деревья вы нахрен не нужны. Несколько тысяч раз ткнуть надо, кислород подать. Что, нанять кого-то? Вот когда начинаешь вот так вот интерпретировать, когда начинаешь ну, в общем, поняли. Вот. Ну, это другое дело. Это может быть первое. Господи, возьмите его и его ведущие по центральной телевидении. Какую программу можно создать? За несколько лет можно повернуть оглобли от дури к нормальному садоводству.